Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе полистаем каталог Выгода Плюс. Этот каталог доступен каждому консультанту Oriflame, который в предыдущем периоде разместил суммарно заказы от 100 бонусных баллов. Сам каталог начинает действовать со второй недели текущего каталога, и мы его вместе с вами полистаем, так как он доступен только в электронном виде. И я вам покажу продукцию, которая у меня есть в наличии, вместе протестируем и дам вам рекомендации. Желаю приятного просмотра. Итак, каталог начнет свое действие с 19 сентября и закончится 2 октября. И каждый заказ на 10 баллов из этого каталога вам дает возможность получить случайный бонус от Oriflame всего за 3 рубля. Это будет пробник аромата или крема, тональная основа, что угодно. Итак, первая страничка у нас аромат. Это парфюмерная вода Soo Fever Hue. Это женский аромат, 50 миллилитров. И вы можете заказать заранее пробник, чтобы протестировать этот аромат. Все коды пробников указаны под описанием, то есть под названием аромата. Этот аромат восточно-древесный. Здесь будет черная смородина ключевой ноткой, потому что я ее все время слышала, когда у меня был этот аромат. Он, конечно, бесподобный. Пользовалась и я, и моя дочка. То есть он такой на любой возраст. То есть подходит и молодежи, и более взрослым девушкам. Следующая помада ультракремовая 5 в 1. Обратите внимание, у нас сейчас линейка обновилась, поэтому у нас будет несколько оттенков, и как раз здесь вот есть розовое дерево, моя любимая помада. Она у меня есть и в предыдущем варианте, и уже в обновленном. Это бесподобный цвет, он очень универсальный и подходит на все случаи жизни. И помада очень мягкая, приятно лежит на губах, и вы сможете выбрать свой оттенок, потому что здесь достаточно много вариантов, по-моему, 10 помад. Да, 10 помад вы можете выбрать, и более светлую, насыщенную, ярко-красную, вечернюю. Следующие у нас лаки, тоже по привлекательной цене. Это стойкие быстро сохнущие лаки. У меня, кстати, есть один оттенок, вот такой лак. Это была лимитированная такая серия. Такой прикольный цвет, кстати, нереальный. Где бы вам его показать? Давайте тут капельку капну. Смотрите, какой интересный оттенок. Просто он такой теплый, осенний. Я сейчас как раз планирую им начать пользоваться, потому что много вещей как раз в этой цветовой гамме. И мне нравится, что этот лак выглядит как лак, как покрытие, как будто это гель-лак. То есть он гладко-гладко растекается по ногтевой пластине, очень здорово смотрится и долго держится на ногтях. Тоже много оттенков, выбирайте, какие вам больше нравятся. Мне кажется, вот очень популярный будет золотая галактика, как раз вот яркий малиновый, серый кашемир на осень прекрасно. И если вы любите с блеском, то смотрите, в нижней части лиловый горизонт, вообще чудесный оттенок. Я просто помню, эти лаки пробовала все. Следующая матовая помада у нас будет 4 оттенка. Это помада Giordani Gold с эффектом металлик. Очень красивые помады на губах, они не сушат, кстати, губы, но выглядит при этом настолько эффектно, так дорого смотрится, тоже можно смело заказывать. Следующий консилер для того, чтобы выровнять тон кожи, особенно я им пользуюсь в зоне под глазками. Я беру себе светлый оттенок, и мне очень нравится, что его надолго хватает. И, конечно, эффект, то есть он какой-то дает такой эффект, что кожа выглядит сразу моложе и чисто, уходят синячки, припухлости. Потрясающий продукт. Следующие тени 149 рублей. Это тени Refill, то есть вы можете собрать себе палетку свою или свою палитру. Вот у меня такая палитра. Какие оттенки у нас здесь представлены? Давайте посмотрим. Розовое золото, вот это как раз такой будет цвет, то есть он нежный-нежный розовый с золотым отливом. У нас будет здесь представлен вот такой зеленый матовый оттенок, то есть он такой глубокий, мягкий, бархатный зеленый цвет, очень красивый на как раз на лето, ой, на осень, на осень, на зиму уже такой, мне кажется, будет слишком яркий. И есть у меня еще вот такой оттенок,
голубой с золотым подтоном, невероятный цвет. Кстати, их можно сочетать, вот все вместе, кстати, можно сочетать, будет очень красиво. Поэтому выбирайте свою цветовую гамму, то, что вам будет идеально подходить и будет вам нравиться, и чтобы этой осенью вы выглядели просто невероятно красиво. Защитные патчи для нанесения макияжа, то есть специальные такие патчи, я не знаю, многоразовые они или нет. Здесь будет 10 штук в упаковке за 99 рублей. И если вы при нанесении макияжа испытываете неудобство, то, что у вас осыпается косметика, то, конечно, такие патчи вам будут в помощь. У меня просто такого не бывает, у меня всегда чистый макияж, никогда не приходится подтирать или что-то исправлять. И серия Eco Beauty — это потрясающая серия, которую у нас, к сожалению, сняли с производства. Почему к сожалению? Потому что на 95% она натуральная, очень невероятная серия с приятными ароматами. И здесь вы можете приобрести себе молочко очищающее, которое поможет и очистить кожу, и сразу увлажнить ее, то есть идеально подойдет для обладательниц нормальной кожи и склонной к сухости. Пена для бритья для наших любимых мужчин за 249 рублей, она подходит для чувствительной кожи идеально. Следующая страничка у нас идет смягчающее средство с маслом апельсиновой косточки. Ну, аромат, конечно, бесподобный у этого средства. Наносить его можно везде: на кутикулу, локти, пяточки, колени, все, что сохнет, даже в зону вокруг глаз. И когда носик бывает натираешь, где болячки, то есть это такое классное средство. Вот оно прозрачное, мы его наносим, и все увлажняется. Я зимой даже наношу вот на эту зону, потому что верхняя часть кистей из-за таких резких перепадов температурных очень сильно страдает. И я наношу, делаю как маску, все впитывается, и кожа становится чисто и на ощупь, и визуально сразу мягкая и гладкая. И крем для рук, клюквенный чай, 30 миллилитров, идет в красивой коробочке. Очень крутой крем, очень. Его и на подарок классно, как сделать комплимент, презент. То есть супер, просто клиенты в восторге. Для наших ножек есть пилочка шлифовальная обычная, а есть электрическая роликовая. Она приходит в такой большой коробке, будет все у вас так вот красиво упаковано. Сама пилка большая, она на батарейках, есть защитный такой чехол пластиковый, и она работает таким образом, то есть мы крутим, и она включается. Очень долго не стирается, то есть я ей пользуюсь, кстати, уже долго и ни разу не меняла насадку, даже не приобретала ее. Далее у нас идут мыло из серии Шелковая нежность. Кстати, всю коллекцию сняли с производства, и я удивилась, что здесь появилось это мыло, нужно будет его заказать обязательно. Крем для душа с кунжутом и магнолией. Крем, он, если сравнить с гелем, он как раз следующий будет гель, то крем более увлажняющий и питательный, он сразу ухаживает за сухой кожей. Набор кремов для рук вот в такой коробке, три крема по 30 миллилитров, все с разными ароматами. Они выглядят как тюбики с красками, да, масло или акварель, такие классные большие тюбики. Мой любимый сиреневый, а следующий жасмин зелененький, а этот с пионом, вот такой с ароматом сирени. То есть легкие, классные кремики, смотрите, то есть у них такая консистенция приятная, они впитываются моментально в кожу, такие легкие, оставляют такой приятный тонкий натуральный аромат. Ну, просто просто прелесть, обожаю эту серию. А представьте, как приятно подарить, сделать такой подарок, все уже в коробочке упаковано. Кстати, всего 219 рублей, это невысокая цена, потому что мы приобретали по 299 рублей бы была цена. Следующие два аромата. Женский, кстати, бесподобный аромат, несмотря на то, что у него такая приемлемая цена, у него аромат такой звонкий, он цветочный, фруктовый, древесный, но он такой приятный, то есть он не напрягает. Он даже вот здесь вот роза султан, обычно роза и мускус, они дают как-то
такой бархатистость, аромат туда немножко утяжеляют. Этот аромат очень легкий, просто вот я в основном в нем слышу фрукты, мне очень он нравится. Почему знаю, у меня подруга заказала этот аромат, и мы его классно подегустировали и были обе в восторге. Мужской аромат Lost in You, восточно-фужерный, имбирь, бобы, тонко, сандал, кстати, очень красивый аромат. К нему есть парный аромат женский из этой коллекции. Я, кстати, дарила эти ароматы дочке и ее парню, они очень довольны. Бижутерия в форме листиков. У нас есть серьги-трансформеры, которые вы можете носить с подвесками. Если видите, здесь есть карабинчики такие специальные, вы можете их прицепить или убрать. С задней стороны листочка есть специальная такая кружочек, куда цепляются карабинчики. Можете также носить с ожерельем по отдельности. Классный набор такой, позитивный. Часики стильные, элегантные, очень лаконичные, просто чудесные часы. Набор украшений с разноцветными натуральными камнями, которые вы можете менять по цвету, потому что здесь есть такая возможность как бы снимать их. А далее набор украшений с кристаллами. Здесь в комплект входят серьги-гвоздики и ожерелье. Да, вы представляете, за 299 рублей такой классный набор, вау, просто супер. Аксессуары. Будет у нас плиссированная повязка на голову в таком насыщенном изумрудном оттенке и потрясающий шарф с акварельным принтом. Вот шарф очень рекомендую, когда он был раньше у нас в каталогах, у меня его заказывали практически все мои клиенты, просто в восторге, потому что здесь вот такая красивая цветовая гамма акварельная подобрана, что можно этот шарф с любым плащом, пальто, курткой носить. Это очень красивое украшение. Носочки, две пары, одни насыщенный такой бордовый оттенок, вторые серые. Можно носить, кстати, один такой, сейчас это модно. Очки солнцезащитные, прям под цвет носок, можно так сказать. Очень стильные, красивые очки. У меня у партнера, у Татьяны, есть такие очки, я часто вижу в Инстаграм на фотографиях, и мне всегда очень нравятся. И набор с ягодами, с органическими ягодами. Будет обновляющий скраб мармелад для лица, питательная маска смузи и сам крем, смягчающий крем-йогурт для лица. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть у нас в деле. Руки кремом намазала, теперь скользят. Давайте я вам покажу. Вот такой вот мармелад у нас, смотрите, как красиво. Маска питательная, аромат у этих продуктов просто такой, что я бы их просто съела. Так, масочка уже у нас заканчивается, смотрите, какой цвет у этой маски. И сам крем, он тоже просто красавчик. Смотрите, это серия для моей дочки, такой розовенький, такой нежненький. Я пробовала, естественно, все. Крем мягенький, нежный, питательный. Очень мне нравится упаковка такая стильная. Обязательно закажу дочке, потому что цены здесь вот, ну, нереально классные цены. Потому что когда серия только вышла, мы покупали намного дороже. Эти цены были в каталоге. И, по-моему, мы с вами закончили, посмотрели все. Масочку мы вот так распределяем, а скрабиком мы нежненько, аккуратненько массируем лицо. И даже я бы оставила его на несколько минуток, потому что он такой питательный, такой приятный. Не скажу, что он очень дерзкий, колючий, нет, он очень мягенький, то есть он будет смягчать, хорошо подойдет для нормальной, для сухой кожи, не будет ее травмировать. Вот такой у нас получился обзор, вкусный, аппетитный. Я вам желаю приятных покупок и удовольствие от нашей потрясающей продукции Oriflame. С вами была Лилия Донскова. Пишите в комментариях, полезное ли для вас это видео, и до новых встреч. Пока-пока.